Я знаю, что за короткий период сделано очень много мной в городе, и очень много, что именно долги закрыты. И сделано, я не говорю, что до нас никто ничего не делал. Было тоже много сделано, бесспорно. То есть город Камрад, он был всегда самым чистым, красивым городом, но мы и не меньше делаем, и будем делать, также продолжать и добрые традиции. И сегодня те люди, которые, видимо, очень свободны, у них очень много свободного времени, они занимаются вот этими политическими интригами, грязью. Вот кто, мы не на соревнованиях находимся, если мы хотим посмотреть, кто больше сделал, надо цифрами оперировать. Было внедрено столько-то, мы вот всего лишь один год, до нас были 12 лет, 6 лет был Константин Петрович. То есть сроки были совершенно не те, что у нас. Ну вот все-таки вы можете обозначить несколько моментов, самых главных, вот, которыми вы можете сказать, вот я горжусь тем, что я сделал вот 1, 2, 3, 4. Вот не только вы там, естественно, вы и ваша команда, Примария. Вот что вы считаете на сегодняшний день успехом Примарии за короткий срок? Первые успехи – это, во-первых, наши муниципальные предприятия без долгов. Можно сказать, что у них нет долгов. Примария без долгов. Для меня, когда... Вы представьте себе, что вы должны кому-то. Как для хозяйственника. Да, вот я вам задаю вопрос. Вы должны 20 тысяч долларов, но вам нужно во дворе навести порядок, сделать плитку, вот поставить все. Вы будете этим заниматься? А вам каждый день звонят. Рассчитайтесь, пожалуйста. И я считаю, что это самый большой успех, когда у меня в дебете 1 миллион людей. Это мне развязывает мои руки. И у нас спасибо нашим налогоплательщикам в нашем городе. У нас... И опять же, хочу должное отдать предыдущим властям. Они очень хорошо наладили сбор налогов в городе. То есть вот по сравнению здесь, в этом плане, они поработали хорошо. Мы также эту традицию, вот это все, что было, мы его можем только улучшить, но не ухудшить эту систему. Поэтому это показывает, наша работа показывает. Уменьшить за 11 месяцев столько долгов, это, наверное, нужно было потрудиться. Это нужно было проверять каждый договор закупок. Это нужно было проверять и искать варианты, где тоже качество, но оно дешевле.